На Алтай пришли морозы. Общеобразовательным учреждениям края рекомендовано работать в штатном режиме, даже в сильные холода. Политсибру со ссылкой на региональное министерство образования и науки сообщает, что родители все-таки могут оставить ребенка дома, сообщив классному руководителю или в администрацию школы. Кстати, в Миноборнауки края по данному вопросу работает горячая линия, телефон на вашем экране. А также осуществляется контроль явки учащихся на занятия. Джастаса Уолкера, широко известного как «Веселый молочник», заклевали в сети за интервью со священником отцом Дмитрием Смирновым. Подписчики Джастаса его радость от общения со Смирновым не разделили. В свои комментарии они стали включать видеоролики с этим священником. К примеру, в одном батюшка обращается к кому-то фразой «Слышь, псина», в другом предлагает женщине, дозвонившейся к нему в эфир, отдать всю зарплату церкви. Как пишут корреспонденты «Комсомольской правды» Барнаул, Уолкер никак не отреагировал на слова своих интернет-друзей. Интервью со Смирновым появилось на его канале в YouTube. О критической ситуации, которая сложилась в барнаульском «Динамо», корреспонденту информационного портала «Толк» рассказал один из экс-футболистов клуба. В последний раз болельщики наслаждались игрой динамовцев 12 лет назад. О том, какие проблемы сейчас есть в футбольном клубе, что мешает футболистам занимать лидирующие позиции и как с этим бороться. Обо всем этом читайте на «Толке». Жители краевой столицы подписывают петицию с требованием оставить здание бывшего крестовоздвиженского храма «Планетарию» или в кратчайшие сроки найти ему место. Петиция даже имеет название «Не оставим детей без звезд». Адресована она администрации города, а поддержали ее уже более 300 человек, сообщает московский комсомолец на Алтае. Кстати, количество подписей растет с каждой минутой. И еще о звездах. Бичане в ожидании прекрасного. С сегодняшнего дня и по 17 декабря они смогут наблюдать метеорный поток Геминиды. Бийские рабочие сообщают, что это один из самых ярких метеорных потоков, наблюдаемых в северном полушарии. Его максимум ожидается 13 и 14 декабря – до 80-100 метеоров в час. В это время все любители астрономии могут смело загадывать желания.